Всем привет! Смотрите, кто у нас здесь на подмоге. Вот сразу видно, кто работает, а кто командует. Мама командует, дед работает. Еще перчатки одела. Еще перчатки одела, знаете? Ты же вот этой вот резинкой одеваешь на ладошку, а вот эту вот сюда наверх. А мама наоборот одела. Ты таскала, да. Я сейчас тут вас устанавливаю, а то у меня батарейка сидит. Я маленько тороплюсь. Ну как, я не совсем тороплюсь, но все равно. Знаете почему? Потому что сегодня приедет ко мне зрительница, или, ну, зрительница, подписчица, наверное. Ой, а что у меня не заряжается? Блин, сейчас батарейка сядет. Зараза такая ты. Что делать? Валяшеньки, все, включила я вас. Зрительница приедет, подпишется. Помните, я вам говорила, что в Турции покупала такие лекарства, как типа нашего аспирина, такой порошок. Это попросила зрительница, чтобы я ей купила. И вот она сегодня по пути, где-то здесь они будут. И, в общем, она заедет. Заедет в 12. А так я сегодня работала. Работал сегодня было много. У нас сейчас почти уже 9 утра. И мне нужно быстренько съездить все-таки за тарелками. Я решила съездить за тарелками. Посмотрю в Action и посмотрю, где я еще посмотрю, в Центр Шоп я посмотрю. А знаете, что я сегодня еще в Глобусе купила? Еще одну термоподушку, потому что вещь, девчонки, удобная. Вот кто действительно, правда, постоянно, ну не постоянно, вот иногда ездит, летает, да даже просто вот где-то вот здесь, в Германии, нет места, раз сел на эту подушку. Ну так удобно. Я говорю, я ее 2 раза использовала в аэропорту в Анталии, эту подушку. Потому что людей дофига, места все заняты. А где сидеть? На плитку холодную, ну на пол холодный, не хочется садиться. Бац, эту постелил подушку и сел. Правда, она стоит уже чуть-чуть побольше. Я за нее отдала 8 евро. Те раскупили. Они были потом по скидке, и вот сейчас новые повешали. Они маленько отличаются по, скажите, по чем? По цвету, но мне это вообще все равно. Какая не разница? Она выполняет свою функцию, раскладывается, делается попе тепло, и все. Мне этого достаточно. Так что, девчонки, домой приеду, все покажу. А сейчас магазин за тарелками. Вот есть какие-то, смотрите. Вот. 2,49. Это по ойро 89. Вот стеклянные, про которые я говорила. Я вот эти не хочу стеклянные. Они цва дешевые, 59 центов. Но что-то я, мне кажется, они такие... Я их разобью быстро. Здесь есть и маленькие такие. И как под пиццу вот такая стеклянная. И вот такие вот совсем прям маленькие. Блин, что делать, а? Потому что белых тоже здесь нет в Action. А эти что-то... Эти не белые, они как бежевые. Квадратные тоже есть. 2,99 квадратные. Но они тоже крутиться не будут.
поставить, поставишь, а крутиться не будут. Вот, девчонки, какие я купила. Все-таки я купила те в Action, которые стоили одна тарелка 2,49. И мне они обошлись в 14,94. Но они не белые. Они, как знаете, как слоновая кость, что ли, такие. Как грязно-белые, в общем. Купила я 6 штук. Вот она моя термокисса, девчонки. Очень рада, что они опять появились в отделе Чибу. Кому надо, берите. В общем, красота, а не подушка. Чуть уже запачкалась, но это ничего страшного. Все, теперь у меня такая вот темно-синяя и голубенькая. Все, красота. Знаете, куда я еще заходила, девчонки? Заходила в Таку. Там же у них проспект. И в проспекте была у них детская вот такая вот куртка. Нет, пальтишка, наверное. В общем, детская пальтишка. Так, оно стоило 24,99, размер 146-152. Хорошенькое такое, сзади удлиненно, спереди покороче, здесь карманчик, здесь карманы. Я купила, а вот еще чек, да, чек, это самое главное, мне вдруг сдавать нужно будет. Я купила, чтобы нормально дома померить. И подумать, мне кажется, девчонки, она скатается вот именно на месте попа. Я же сижу в машине. Я не говорю, что я ее буду теперь постоянно. У меня этих курток дофига. Я буду чередовать, правильно? Ну, не знаю, напишите. Но мне что-то кажется, что она как будто скатается. Я сейчас померю и покажу вам. Сзади удлиненно. Капюшон есть. С красивеньким шарфом будет хорошо. Но я никогда не застегиваю, поэтому мне кажется, вроде бы нормально. Вот я вам так покажу. Вот как будто если я застегну, девчонки. Мне кажется, он такой хорошенький. Здесь на резинке. Вот. И очень теплая, вот правда, очень тепленькая. Вот он такой прям широкая. Что, девчонки, напишите. Эти с ума сходят. Они с ума сходят, люди. В общем, пишите, как вам оно скатается, не скатается. Приезжала, в общем, моя зрительница. Забрала эти таблетки. И вот такой вот еще подарочек привезла. Как спасибо, то, что я привезла. Хотя можно было бы и не покупать. Я все равно... Мимо ходишь этих аптек постоянно, ну что не привезти. Так, здесь что у нас? Конфеточки. Мерси. Катя, там какое-то зеркальце какое-то. О! Свечка, я люблю свечки. Ай, девчонки, как она вкусно пахнет. Обожаю свечки. Обожаю. Она... 100% знала, если смотрит, то знала, что я обожаю свечки. Красота, как роза, что ли. Ой, здорово. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Красота. Теперь у меня еще одна свечка есть. Так что огромное спасибо. Кому еще что привезти? За подарки. Не, квач, я шучу, шучу. Это все шутки. Смотрите, какой у нас опять дождь пошел. Прям красота, как бальзам на душу. Красота.